соединяем все наши лоскутки. Таким вот методом. Раз. Все просто. Кажется, что трудно. На самом деле. Главное, чтобы был заготовлен материал. Нарезаны лоскутки. И вперед. Полоска. Потом эти все полоски я соединяю. Ну вот примерно что у нас получается. По краю я сделаю вот такую. Полоски такие. Так вот это будем пришивать к одеяльцу. Чтобы пришить подклад, мне пришлось расстелиться на полу. Куда пошла? Так, ну вот, лицевыми сторонами друг к другу. Наверное, сделаю я немножко, наращу ее вот так вот, прострочу. И вот здесь вот прострочу. И вот. Будем сшивать. Прошью эту сторону. Вот. Прошью эту сторону. И ту сторону. Тоже ее также наращу. Эту сторону не буду пока прошивать, оставлю ее, потом переверну и уже прострочу с лицевой стороны. Вот, сейчас я все сошью, все три стороны. Посмотрим дальше уже, наверное, надо будет отутюжить. Ну вот я. Сейчас все прострочу. Перед тем, как прострачивать, прокладим, чтобы шов у нас был ровный. Торцевую часть тоже убираем, все вот эти швы. Закалываем иголочкой. Проглаживаем. Прострочим немножечко от края, отступая. Тут у меня для надежности, для крепости. На полу я заколола булавки. Вот. Чтобы все было у нас ровненько. Наша покрывала готова. Да. Да. Это да. Мама. Ну вот. Давай сразу. И сразу я тоже хочу. Вот. Из остатков лоскутков сделаем наволочку. Две наволочки. Всем спасибо и до новых встреч!